Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкоробська. Як завжди, по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області, говоримо про освіту, про її проблеми, досягнення та таке інше. І сьогодні у нас освітяни, але не звичайні, освітяни у формі. Доброго дня вам. Доброго Я рада дня. Вітати завідувача кафедрою військової підготовки Миколаївського національного університету імені Сухомлинського Анатолій Михайлович Бахтін. Ще раз доброго дня. Доброго дня. Вересень для вас – це старт, початок, як для всіх освітян. І взагалі хотілося б більше дізнатися про те, чим живе кафедра військової підготовки, скільки існує і які перед вами задачі. Кафедра военной подготовки нашего университета существует уже 35 лет. В 79 году она была основана, в 80-м начались у нее занятия. И на сегодня, что касается кафедры военной подготовки, я должен отметить, что кафедра начинала с подготовки тогда учителей початковой войсковой свиты. Далее эта дисциплина стала называться допризывная подготовка. Сегодня эта дисциплина также преподается в школах, называется «Защитник Отечества». Что касается данной дисциплины, которую кафедра первая освоила и начала готовить специалистов, то практически на сегодня из тех кафедр, которые были в Украине, она практически осталась одна. И на сегодня она единственная кафедра, которая готовит этих учителей. Взагалі в Украине? Взагалі в Украине. В нашем университете, да, так? Да. Ну, с одной стороны, может быть, да, кафедра единственная, казалось бы, должны идти заказы, целевые направления сюда на кафедру, но, увы, мы до сих пор с Министерством нашего образования этот вопрос не решили и, наверное, и не вырешится это пытание. Почему-то, хотя каждая область заинтересована в подготовке на сегодня учителей этой дисциплины, почему? Если исходить из тех вопросов, которые сегодня стоят перед государством, то есть в такой тревожный час, да, то учитель и защитник отечества, он необходим практически быть в каждой школе, но этот учитель должен подготовлен не как военный человек, он должен, кроме того, иметь навыки и методику педагогической своей деятельности и направление педагогической работы, это его основная деятельность наравне с той, что он готовит ученика к тому, как проходить службу в армии, как ему дали существовать, физические наклонности. Тобто, наскільки я зрозуміла, більшість областей, якщо не хватає педагогічних кадрів, так, спеціально підготовлених, просто користуються послугами, наприклад, військових у відставці, так? Да, більше всього відставці. Буває так, що і вчителя физической культуры преподают, ага. Или даже некоторых мы учителей знаем, которые преподают в школе биологии, они же ведут этот предмет. Но это, конечно, несовместимо с этим. Это кратенько так, если говорить о подготовке учителя этого направления. Почему? Потому что далее мы будем говорить о военно-патриотическом воспитании, то мы, конечно, коснемся этого учителя, какую он роль играет в школе. Что касается других дисциплин, которые готовит кафедра наша, то мы открыли специальности по подготовке офицеров запаса. Были открыты в 90-х годах это подготовка специалистов, командиров механизированных взводов. В 2002 году мы открыли и начали готовить специалистов, офицеров запаса по подготовке командиров аэромобильных парашютно-десантных взводов. И далее, уже в 2013 году мы освоили следующую военную специальность, военно-учетную специальность, это организация воздушно-десантной подготовки. То есть это тот человек, который в войсках занимается подготовкой личного состава к десантированию, техники, вооружения. То есть в нашем университете можно выучиться не только на педагога, но и отримати військовому вищу освіту для продовження служби, так? Да, да. Можно освоить практически всем специальность любую, которую он пожелает, военно-учетную. Главное, чтобы ему позволяло здоровье и морально-психологическое состояние. Почему? Потому что это необходимо прежде всего. Когда он придет в войска, то здесь надо иметь здоровье определенное, и смотря на какую специальность идти. Поэтому мы
Кроме этих, готовим 3 специальности. В этом году мы начали и 4-й военно-учетную специальность готовить. Это социальная психология. Ну, социальная психология на сегодня мы почему начали готовить? Потому что на сегодня большое количество отовцев, которые возвращаются, необходима реабилитация, необходимы какие-то меры, которые бы их и поставили быстро в русло повседневной жизнедеятельности. Поэтому мы начали готовить наших психологов, которые у нас в университете на факультете, вернее, на кафедре психологии обучается. Мы берем этих психологов и уже даем чисто то направление, которое необходимо для этой работы дальнейшей. Поэтому на сегодня вот мы эти 4 специальности готовим. Кто может подготовиться на этих, да? Вот. Конечно, здесь до 2015 года было то, что на кафедре могли готовиться только студенты. Но студенты не только нашего Николаевского университета имени Сухомлинского, а и другие вузы, которые есть в городе. У нас на сегодня готовится это и Сухомлинский университет, Аграрный национальный университет, Кораблестроительный национальный университет и другие вузы Николаева, которые на сегодня есть. Большинство ваших студентов – это чоловіки? Ну, если на сегодня говорить, то большинство – да. А то, что все, мы уже 3 года... Кафедра набирает и женок, девчат с факультета, поэтому девчат у нас идут не только на специальность социальной психологии, да, но в большинстве на социальной психологии девчата. Почему? Потому что на факультете, на кафедре это учатся девчата в основном, мальчиков нет, юношей. А что касается других специальностей, у нас девчата также осваивают и специальности командира механизированного взвода, но специальность называется боевое применение механизированных соединений частей и подразделений, вот, также и десантных, то у нас учатся на всех специальностях и девчата. На сегодня, вот, на этот год, вот, имея первый и второй год обучения, а студент у нас обучается 2 года на кафедре методом военного дня, то мы здесь набрали 47 девчат практически, которые на сегодня занимаются на кафедре. И если исходить это из того, что у нас на сегодня этой специальности охвачено, этими специальностями охвачено 330 человек, то, в принципе, 1/3, будем говорить, практически девчата. Скажіть, будь ласка, якась спеціальна підготовка потрібна для того, щоб займатися на кафедрі? Адже це, я так розумію, не просто... Потрібно бути відносно здоровим, як для навчання просто в вузі. Ну, здесь, исходя из того, что сегодня изменился наказ по подготовке офицеров за программой офицеров запаса, то на сегодня здесь готовятся не только студенты. Имеют право готовиться все граждане Украины. Основное требование на сегодня, я сказал, это наличие первое, конечно, диплом бакалавра. Если уже он закончил учебное заведение, то он после, имея диплом бакалавра, может, если ему позволяет возраст, идти на кафедру и учиться. Или студенты, которые перешли на 3-й курс, на 4-й курс, на 5-й, мы также берем. Почему? Потому что они заканчивают, получают диплом бакалавра или специалиста, или магистра. И они после получения диплома мы отправляем из завершения обучения на кафедре на присвоение воинского звания. А какие дополнительные требования? Ну, здесь требования я на сегодня должен выделить, наверное, скорее всего, те качества, которые необходимы для обучения на кафедре. Это, прежде всего, желание защиты Отечества, да? Почему? Потому что на сегодня есть востребованность к этому. И у кого есть желание в дальнейшем посвятить себе военной службе вооруженных сил Украины, в других силовых структурах, то практически они идут. Раньше, может быть, было больше тех, которые хотели бы как-то, ну, слово такое откосить, неплохое, да? А, так, вот эти, раньше было так, да. Шли на військову кафедру, да. Но сегодня же вы видите, армии. Что и студент, независимо, он закончил университет, он идет служить, да? Какое количество их идет, это знает военкоматы, но в любом случае все студенты призываются, да? Не имеют они высшее образование, идут дослужить в армию. Потому что у нас армия стала, опять же, не профессионально, а есть и контрактники, есть и те, которые осуществляют призыв на военную службу. Да? Поэтому здесь на сегодня в большинстве, конечно, те, которые идут
вот, имеют свои цели, задачи для службы в армии. Сказать, что большое количество после завершения кафедры идут, ну, так нельзя сказать, но большой процент на сегодня тех частей, которые у нас находятся в городе Николаеве, они укомплектованы офицерами нашими, выпускниками, офицерами запаса. Это и 79-я бригада, и бригада морской пехоты, и ремонтный полк, и другие подразделения. Вот. И даже 28-я бригада механизированная. Ну, можно перечислять много. Почему? Потому что у нас, если на сегодня говорить, то АТО офицерами прошли более 100 человек, наверное, да, которые большинство много награждены орденами, медалями. Есть и преподавательские составы, и на сегодня они проходят службу как мобилизованные, есть и большое количество выпускников, и которые после завершения АТО остались в вооруженных силах Украины, в других силовых структурах продолжают нести службу за контрактом уже, вот, пока есть особый период. То есть здесь люди настроены патриотически, имеют любовь к своей родине, да, они, конечно, на сегодня идут на кафедру, вот. А мы, конечно, всех встречаем всегда с распростертыми руками, и что бы хотели, как можно больше пошло юношей и девушек к нам на кафедру, и которые потом составили основной контингент. Які особисті якості ви повинні перебільшувати в людині, щоб дійсно стати фахівцем своєї справи, ну, если, вашої справи? Если исходить из теории подготовки педагога, да, Василия Александровича Сухомлинского, то он говорил, любовь к родине – это есть сердцевина, да, защитить свое отечество. Если человек заложен с детства, да, то он идет по жизни с любовью к родине, к защите отечества. Но сегодня, к сожалению, если брать в общем, да, за государство, сколько идет на кафедры, сколько идет в военной академии, то, к сожалению, сказать, что полностью заполняется лицензия на какой-то кафедре или какой-то академии, нельзя, потому что лицензия не выполняется. И говоря о военно-патриотическом воспитании, мы должны сказать, что вот чувствуете любви к защите, должны закладываться с детства, как они у него будут заложены, так он и будет дальше действовать. То есть он пойдет на кафедру, он пойдет служить, он пойдет в военную академию. На сегодня, к сожалению, мы говорим много, да, и все говорят, кому не лень, о военно-патриотическом воспитании, о национально-патриотическом воспитании, но цифры говорят сами о себе, да. Поэтому, конечно, это первое. Второе, конечно, это мы говорим, что знания определенные в ВУЗе. То есть он должен иметь балл хороший, 4, там, 4,5, и мы его должны брать, чтобы он не отставал и там, и у нас, и, конечно, имел хорошие знания, если он далее свою службу посвятить в вооруженных силах Украины или в других силовых структурах. Ну и третье – это психологическое состояние. Мы проводим тесты, и, естественно, тесты нам показывают, способен человек служить в вооруженных силах, а не способен. Если он не способен, то мы его, конечно, не возьмем на кафедру. Тесты показывают все. Ну и последнее, не последнее, наверное, это и состояние здоровья, и его физическая выносливость. Но, к сожалению, что касается физической выносливости, вы же видите, что в последнее время у нас школы, вроде мы большое количество соревнований, физической культуры существует, но на деле показывает, что все-таки у нас общество физически сегодня слабо развито, и, конечно, этому в школах надо уделять внимание, и чтобы этот процент был как можно выше. Почему? Потому что физическая выносливость в армии, ви знаєте, необхідно. Скажіть, будь ласка, за останні роки у зв'язку з тим, що ви вже не раз наголошували під час нашої бесіди, що та обстановка, яка склалася в країні, так, вона дещо впливає на вашу роботу. Чи змінилися якось методики, чи на якісь інші питання звернули увагу? Що взагалі змінилося за останні роки в роботі вашої кафедри? Что касается изменений в работе нашей кафедры, конечно, с учетом всех то, что вы сказали, мы не стоим на месте, мы должны менять первое и вносить изменения в учебные планы, в рабочие учебные планы. Что мы и делаем. Есть рекомендации главкома сухопутных войск, есть рекомендации командующего военно-мобильно-десантными войсками, которые нам дают, естественно, мы им вносим. Что касается изменений, конечно, мы их и претворяем в жизнь, да, проводя занятия, мы обращаем на сегодня внимание на те вопросы, которые необходимо и отработать для выполнения тех задач, которые сегодня стоят перед вооруженными силами
И, естественно, мы их отрабатываем. Мы отрабатываем и теории на сегодня, конечно, мы стараемся уделить внимание, но не столько, чтобы, как раньше было, потому что мы теорию сегодня сократили и больше уделяем вопросам практически. Практические вопросы, что касается тактической подготовки, так и специальной подготовки. Что касается вопросов огневой подготовки и других дисциплин, которые преподаются на кафедре. Далее, вы знаете же, когда выпускники возвращаются сюда после АТО, которые были мобилизованы, они, конечно, стараются прийти на кафедру, с каждым мы встречаемся, говорим, беседуем. И, естественно, мы интересуемся, что кафедра не додала им, на что бы надо обратить внимание. Это обязательно. Обовязково это враховывают, так? Конечно, да. Они вот, ну, я вам скажу, какие вот были пожелания. Пожелания больше дать возможности, ну, начиная, наверное, с принятия дел и должности. Да, этого не было, мы учли. В вопросах технической подготовки, да, больше дать того направления, меньше этого. Мы это тоже учитываем. Что касается огневой подготовки, какие вопросы они поставили, что им не хватало, что они не знали, мы их дополнительно в план включаем, и, конечно, мы это на сегодня все проходим. Почему? Потому что практика, вы знаете, теория есть теория, да, сухая теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленее, да, как Гегель говорил в свое время. Поэтому теория одно, а практика другое. Конечно, если практически не отработать здесь, он, придя в войска, не может научить личный состав, не показать личному составу, как это делается. Естественно, он будет себя уже чувствовать по-другому. Ну, а теоретичні, практичні навички – це зрозуміло, знання, навички. Але стан, дух, так би мовити, так, нашої армії, налаштування на перемогу або любов до батьківщини – те, що підштовхує військового до роботи. Так? В напрямку виховної роботи щось змінилося? Що цікавого відбувається на кафедрі? В напрямку виховної роботи на сьогодні, звісно, змінилося. Чому? Тому що на сьогодні, якщо, в общем, ісходити з потребностей, то, що на сьогодні прийняті які закони і укази президента України, да? Основополагающе на 15, 16, 17, до 20-х годов, конечно, мы на сегодня учитываем все эти вопросы. Что касается вопросов военно-патриотического воспитания, и вот, которые заложены в концепции до 20-го года, вот, которые в других направлениях, что касается Второй мировой войны вопросов, что касается столетия 17-21 года революции в Украине, что касается вопросов воинов, а то, которое возвращается миротворческий, и миротворцу, который у нас есть, то все это, конечно, учитывается. Но на сегодня в то же время и выданы рекомендации Института модернизации из Министерства освиты и Министерства образования нашего, которые дают вопрос и ставят задачи по национально-патриотическому воспитанию. Uh-huh. И их там, конечно, национально-патриотическое воспитание на сегодня создана межведомственная комиссия, которая занимается разработкой этого документа. Вот, и кафедра военной подготовки наша участвует в разделе, что касается военно-патриотического воспитания. Вот в этой комиссии, в этой работе мы участвуем. Эта тема. И, естественно, сегодня, говоря о военно-патриотическом воспитании, о национально-патриотическом воспитании, мы изменили и планы свои на сегодня с учетом всех требований, которые есть. Включили туда большое количество различных разделов, которые нам рекомендуют и Министерство образования, и направление. А что которые... самое, например, для прикладу, что включено? Ну, мы на сегодня включили. Первое, конечно, это что касается вопросу встречи с воинами АТО. Это первые ветераны войны. Далее мы включили посещение частей. Большое количество частей запланировано, которые находятся. Погран войск, которые здесь. Мы включили план работы с организацией БУЛАТ, которые будут проводить занятия по основным направлениям. То, что сегодня востребовано там. На Востоке это и вопросы тактической медицины, и другие вопросы. Вот. И мы стараемся привлечь студентов, факультеты различные. Вот. И почему? Потому что у нас же, я говорил, что учатся все факультеты, да, и все вузы. И поэтому для нас это национально-патриотическое воспитание, оно включает не только правовое, там физическое воспитание, интеллектуальное,
вот, любовь к своей отчизне, но и вопрос военно-патриотического воспитания. И, естественно, мы и ранее занимались, и на сегодня включили вопросы, которые связаны с такими мероприятиями, как подъем прапора. Да, он у нас уже несколько лет идет. Мы на кафедре ежедневно поднимаем прапор Украины и исполняем гимн. Да? Это тоже своего рода раздел военно-патриотического воспитания. Принятие военной присяги всеми факультетами, вузами, которые у нас учатся. Мы стараемся организовать его торжественно и красочно. И мы обычно проводим или возле памятника 68 альшанцев, или у памятника воинам-афганцам. Это вопросы, что касается вручения погон. То же самое мы в торжественной обстановке, вручение, привлечение большого количества молодежи осуществляем. Это тоже один из разделов того же военно-патриотического воспитания. Что, ну, естественно, военно-патриотическое воспитание, что касается вопроса, вот мы большое, долгое время курируем вопрос восстановления и сохранения могил, которые у нас в городском некрополе. Наверное, кафедра лет 10 занимается этим вопросом. Мы начинали с того, что восстановили и очистили все эти памятники вместе с инициатором, который мы еще подключились. Это захоронение воинов русско-турецкой Первой мировой войны. Далее мы всегда наводим порядки и приводим в нормальное состояние могилы, которые братски находятся на том же некрополе, вы знаете, после Второй мировой войны, при освобождении Николая Воина, которые захоронены. Вот. Это тоже у нас в разделе всех факультетов. Ну и далее, естественно, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Вот. Все-таки необходимо доводить на сегодня правду о Второй мировой войне. Да? На сегодня много учебников и различных выпускает каждой истории, но они несут каждый свое. На сегодня, кроме ветеранов, никто правду не скажет. И что касается военной истории, мы, к сожалению, видим, что военной истории в вузах не преподают. Хотя вот, что касается нашей специализации защитника Отечества, то у нас в планах включена военная история, и военная история преподается. То есть здесь, касаясь и истории Украины, и военной истории, она тоже свое направление дает. Почему? Потому что мы изучаем те боевые действия, которые проходили на территории Украины, те герои, которые были, их подвиги, и что они добились, и как это все выполнялось. Поэтому, что касается этого направления, то здесь, касаясь этих занятий, то мы знаем, что в основном-то на занятии, да, больше находятся студенты. Если они на занятии находятся, то здесь мы и включили план вопросы, которые необходимо преподавать к составу, учитывать ежедневно на занятиях, то есть воспитывать в него и гражданина, и патриота, и так далее. То есть это на каждом занятии где-то должно все равно проходить какой-то такой маленький конвой. Почему? Потому что если человек один будет заниматься, да, который назначен в военно-патриотическом состоянии, национальном патриотическом состоянии, то практически ничего не сдвинется, да, с места. А если будет весь коллектив университета участвовать в этой работе, да, на всех лекциях, беседах там, и других мероприятиях, которые проводятся, и будут все активно принимать участие, конечно, что-то будет. То есть это такая комплексная работа комплексная, всего коллектива, конечно, так? Да. Вы же знаете, что в свое время психологи исследовали вопрос, да, национально-патриотического воспитания. Как он, что касается вот этих планов, да, на сегодня планов можно написать много. И мероприятий туда включить сотни, да. А вопрос стоит, как эти мероприятия будут выполнены, да, кем они выполнены. Если педагог уважаемый, да, если его студенты любят, то, конечно, они будут идти на любое мероприятие. Воспринимают через выкладача все просто. Да, конечно. Они будут идти на любое мероприятие с этим преподавателем и, естественно, тянуться и слушать его, и впитывать в себя, да, и потом передавать тем же другим поколениям. Если ты говоришь на сегодня много о патриотическом, национально-патриотическом, военно-патриотическом воспитании, но на самом деле, да, хранишь деньги в зарубежном банке, да, не здесь, чтобы они приносили прибыль, вы можете много говорить, много рассказывать этому студенту, но зная это, он, естественно, что будет все воспринимать, но в другом. Ничего из этого преподавателя, из этого воспитателя, горе-педагога, ничего не будет, да, выхода. Ну, и тоді наостанок хотілося б, щоб ви побажали своїм, що хотілося б побажати викладачам кафедри, студентам кафедри і взагалі кафедрі на подальше.
Но подальше, ну, у нас собрался на кафедре мощный такой коллектив военный, офицеры в основном, полковники, которые занимали должности командира частей, соединений, заступники их. Поэтому мне коллективу кафедры хочется пожелать, чтобы они действовали в том же направлении, работали, как они на сегодня работают. Вот, давали студенту больше своих знаний и выпускали их хорошими профессионалами, отличными. Ну и что касается коллектива нашего университета, хотелось бы, чтобы все вместе выполняли тот план, который мы составили по национально-патриотическому воспитанию, чтобы мы его предварили в жизни, чтобы студенты ощущали на себя и росли истинными патриотами нашего государства. Дякую вам, дякую за надану інформацію. Чесно, для мене дуже багато нового я дізналася. І думаю, що наші глядачі також, деякі навіть замисляться, куди йти дітям вчитися і що робити. Ну, йти на воєнну кафедру, в першу чергу, це в будь-якому вузі буде вчитися, але кафедру я всіх приглашаю, тому я думаю, желаючих на сьогодні буде більше і більше. Ми вже бачимо по сравненню з тим годом, що количество студентів все-таки увеличується. Да, ну, хочеться вам цього від душі побажати. Дякую вам, вашим викладачам. З нами сьогодні був завідувач кафедри військової підготовки Миколаївського національного університету імені Сухомлинського Бахтін Анатолій Михайлович. Ще раз дякую вам щиро. До зустрічі в ефірі. Дякую, що залишалися з нами. Не перемикайте, на телеканалі Миколаїв багато далі цікавого. До побачення.